Слова благодарности в адрес друзей, партнеров и коллег сотрудники санатория «Знания» высказывают шестой год подряд и в необычном формате. На этот раз тематическая вечеринка прошла в стиле 90-х. Для многих это была эпоха перемен, порой не самых приятных, но запоминающихся. В туристической отрасли в это время наблюдался спад. Тем не менее, Сочи оставался местом притяжения туристов. Это были годы нашей жизни, и, наверное, не забывать о них или не вспоминать хотя бы иногда было бы неправильным. Поздравляю всех с Днем туризма, всем здоровья, счастья и обязательно много-много хороших, ярких путешествий. Санаторий «Знания» – один из передовых объектов размещения на курорте. Здесь предлагают не только лечение и оздоровление, но еще и полноценный отдых и всевозможные развлечения на любой вкус и возраст. Вот и итоги курортного сезона руководство санатория подводит весело и ярко. Это мероприятие благодарности, когда мы говорим спасибо нашим поставщикам, спасибо нашим турагентам, туроператорам и разным другим компаниям, которые работают с нами много лет и не меняют того качества, которое для нас важно, и вместе с нами растут. В этом году ощутимо приросли и показатели заполняемости санатория. В бархатный сезон они стали рекордными, хотя у санатория «Знания» нет понятия сезона. Он всегда работает в режиме высокой загрузки. Комфортные условия для гостей, развитие медицинских услуг и новинки современного медицинского оборудования – это непременные составляющие работы. Сейчас в санатории ведется реконструкция конференц-зала. В ближайший месяц появятся новые зоны отдыха и места для проведения деловых мероприятий. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.